Дней 10, наверное, играю. Я очень давно ждал, когда она выйдет, потому что в детстве любил посмотреть покемонов перед школой и перед детским садом, когда совсем маленький был. К тому же игра очень интересная, потому что она совмещает дополнительную реальность с игровым процессом. Не знаю, как правильно это описать. В общем, это очень увлекательно. К тому же заставляет ходить и гулять. Но это ностальгия, это мультик детства, и ловить покемонов здорово, это заставляет тебя выходить за рамки дома и не играть в компьютерные игры, как я это обычно делаю, а передвигаться по городу, ну или не передвигаться, а просто хотя бы сидеть в парках. Ну, я узнал про новую игру, ну, мы с другом пришли сюда в нее поиграть, так как ну, тут много людей играющих, то есть, ну... Тут много таких точек, где можно получать всякие бонусы, и тут привлекаются новые виды в игре покемонов.